Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о сыпи на теле и о чем это может свидетельствовать. Принято считать, что сыпь на лице и теле – подростковые проблемы, но очень часто такие неприятности возникают у взрослых людей. Причина – сбой в работе внутренних органов и различные болезни. Разберемся подробнее, что это значит. Итак, симптомы различных заболеваний. Прыщи в области нижней челюсти и шеи могут указывать на повышенный уровень сахара в крови, чрезмерную активность надпочечников. Стоит сдать анализ на уровень сахара в крови, проверить, нет ли диабета. Также такие проявления могут провоцировать гормональный дисбаланс. Необходимо проверить, в норме ли баланс женских и мужских гормонов. Сыпь в этой области может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение пищеварительных процессов. Следует избегать любых сладостей, жирных продуктов, продуктов с консервантами. Очень важно при любой сыпи перестать употреблять молоко. Этот продукт на 100% гарантирует возникновение прыщей, если у твоей кожи есть склонность к этому. Почему появляются прыщи на подбородке? У женщин такой симптом часто указывает на гинекологические проблемы. Нужна консультация гинеколога-эндокринолога. У мужчин это может быть связано с заболеваниями печени, прыщи в области шеи и верхней части спины. Сыпь в этой области бывает спровоцирована сбоем в работе нервной системы, чрезмерным нервным напряжением, мощным выбросом адреналина. Именно поэтому прыщи на спине часто бывают у спортсменов, которые вводят организм в состояние стресса во время чрезмерно активных тренировок. Также такая сыпь может быть последствием ужасного нервного потрясения и недостаточного соблюдения личной гигиены. Прыщи на спине. Очень часто появлению прыщей на спине способствует синтетическая одежда, чрезмерная потливость. Необходимо носить одежду из натуральных тканей, если высыпания возникают на теле. Прыщи на спине являются результатом нарушения работы желудка. Следует сбалансировать свой рацион. Важно добавить витамины. Авитаминоз также может быть причиной возникновения прыщей. Еще одна причина – гормональный сбой. Возможно, нарушение в работе эндокринной системы. Нельзя запускать такую проблему. Следует обратиться к специалисту, если сыпь на спине долго не проходит. Она может указывать и на различные инфекции в организме. Прыщи в области груди. Прыщи в этом деликатном месте часто появляются в результате аллергической реакции как на продукты питания, так и на одежду, духи, гигиенические средства для ухода за телом. Заболевания, связанные с нервной системой, еще одна причина. Высыпание на груди и других совершенно непредсказуемых местах указывает на то, что пищеварительная система перегружена и просто не может вывести все побочные продукты пищеварения самостоятельно, потому и пытается сделать это через кожу, ведь кожа – один из органов выделения. Диета и еще раз диета. Поменьше сладостей, мяса, никаких колбас и всего похожего на них. Никаких мучных продуктов и хлеба, забивающего желудок. Никаких молочных продуктов. Прыщи на локтях. Да, такое бывает. Прыщи на локтях и коленях – результат нехватки витаминов. Необходимо каждый день есть морковь, желательно со сливочным маслом, чтобы витамин А хорошо усваивался. Дополнительно нужно купить витамины А и Е в аптеке и пить их как минимум месяц. Также прыщи появляются в результате нехватки цинка в организме. Принимать цинк из аптеки накладно. Этот препарат полезен, но вызывает тошноту и имеет ряд побочных эффектов. Прыщи на животе. Один из самых опасных видов сыпи может быть вызван любыми нарушениями в работе внутренних органов, в том числе и серьезными болезнями. Стоит тщательно проверить, как работают все системы организма и узнать уровень сахара в крови. Прыщи на ягодицах и других интимных частях тела. Одна из причин – синтетическая ткань, которая может тереться об кожу и вызывать раздражение. Белье должно быть максимально комфортным и безопасным для кожи, приятным на ощупь, не только лишь красивым. Вот почему появляются прыщи на попе, возможно, из-за кружевного белья.
Если сыпь побаливает и чешется, хотя бы немножечко, нужно немедленно отправляться к дерматологу. Возможно, присоединение инфекции. Напиши в комментариях, где у тебя сыпь, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.